Вот идем мы по сыпучим пескам. И идем мы к морю. Слышите, наверное, звук моря. Да, прекрасное место. Мне очень понравилось. Наверное, думаю, вам тоже понравится. Чтобы мы не зря снимали. Наверное, одобрите. Вот, вот такая вот красота. Ну, вечером волны большие бывают, говорят. Сам звук потрясающий. Сам звук. Вот мы на окраине города. Дальше там, вот видите, там одно длинное здание есть. Вот, вот это вот. Вот это здание, по-моему, 52 этажа в нем. И, наверное, скоро я туда выдвинусь, чтобы заснять его. Вот это вот такой вот город. Друзья, у меня, в общем, есть такое обращение небольшое к Анзору. Анзор ТВ, ТВ. Я думаю, что это я все снимаю за счет его. Я один раз в первом моем ролике об этом говорил. Но я не думал, что дойдет до этого, что я начну увлекаться этой работой. Анзор, большой сана салам, тебе салам. И большое спасибо, что ты направил меня на вот эти вот движения. Свобода ничем не заменится. Поэтому не знаю, как это все, вот внутри все это передать, да. Но я думаю, что нужно слушать хороших и умных людей. Большой баркал тебе, Анзор. Может быть, мы скоро встретимся. Я так думаю, что если выдвинулись сюда, ну, будем поддерживать связь. Может быть, и выйдем, как бы сказать, в Италию. В основное время, по-моему, ты там проводишь. Будет тебя трудно поймать, я знаю. Но как-нибудь, иншалла, увидимся, брат. Все окей. Большой тебе барк. Там вон корабль еще стоит. Сейчас мы его приблизим. Вот он. Грузовой такой. И вот наши волны доходят до нас. Ну, друзья, самое главное впереди. Мы только приехали, только начали заниматься съемками. Камеру сегодня взяли. Так что движение продолжается. Всем пока!